А перед просмотром видео я хотел бы посоветовать канал Харда. На его канале сможете найти интересные и смешные моменты с таких игр, как Dota 2 и Counter-Strike Global Offensive. Ссылка на него в описании, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И добро пожаловать в наш 5-й сезон в 14-ю серию. И смотрите, ребят, нет, не смотрите, ну ладно, я уже спалился. Но все же, смотрите, какие изменения произошли в нашем доме. Сначала, давайте сначала заберем вот эти все яблочки. Потому что пока я это все тут строил, то куча чего тут уже дозрело, поэтому... Ай, этот нельзя туда взять, отсюда можно взять. Куча всего там чего дозрело, поэтому можно собрать. Так, сейчас давайте. Яблочки вот тут соберем, тут уже вроде все, да? Тут уже тоже, или там мы собрали, и вот тут еще. И мы собрали 14 яблочек. Отлично. Вот дерево было бы офигенно в прошлом сезоне. О! Я хочу снайви, а у нас нету покеболов. Ну что за закон подлости? У нас нет вообще покеболов, ребята. Пока я их сделаю, она 100% пропадет. У нас есть только два дазгбола в этом. Ну хотя, смотрите, может мы успеем. Снайви, давайте постараемся. Друг, я дом вам покажу, ребята. Я еще его не достроил. Хотя нет, уже вроде достроил, но сейчас. Быстро. Что нам нужно? Ультраболы. Ультрабол, левелболы. Ультраболы, Быстро. А чё, у нас нету вот этих? Так, быстро. Вдруг она еще не пропадет даже. Так, быстро, это сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Быстренько, ребят, я очень хочу словить снайви. Хоть у нас есть и гротл, но все же, это же снайви. Так. Снайви, я тебя прошу, не пропадай. Прошу. Сейчас, это быстренько. Так. Было бы офигенно, если бы мы ее словили. Просто офигеть, как офигенно бы было. Фу, я тебя прошу, Снайви. Умоляю, не пропадай. Дай нам... Паскуда ты мелкая. Нам приблизительно не хватило секунд 40. Ну, ладно, зато давайте уже сделаем, чтобы были вот эти. На следующий раз. Ах, ладно, так, ща. Тут бардак, ребята, смотри, сундуки так по центру стоят, но все же. Ага, ну, ща. Давайте уже тогда вот это все дохреначим, да и все. Я тоже очень хотел словить снайви, но ладно. Зато сейчас уже сделаем, чтобы у нас в запасе, знаете, лежали вот наши... вот эти покеболы, чтобы мы смогли их словить тогда, когда... Ну, в любое время, да, покемонов. Если у нас будут лежать вот так. Болы в запасе, левелболы. Ху, первое. Первое, знаете, еще что? Еще давайте сливки соберем. Я тоже хочу сливки покушать. Так, вот сюда. Замечательно. Ну, тут со сливами намного все проще. Тут видишь, когда они дозрели и можно собирать. Иногда с размерами яблок не очень так... И видно. Так, еще давайте быстренько приконы соберем. Ну, чтобы хотя бы были. То есть, лишние приконы, это такое. Будут, потом вдруг пригодятся, а у нас их нету. А так соберем, чтобы у нас уже были они. Хоть у нас уже и так их вроде куча, но все же. Желтенькие, зеленые. Зелеными только ночью идем на охоту, потому что даскболы. Так. Отлично. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Дальше. Во-первых, покушать. Во-вторых, пойти домой. Давайте сначала рассмотрим. Сделал я тут уже такую дорожку, видите, то есть до сюда, потому что дальше такого ничего нет. Дальше опять это все разравнивать. Дорожка есть. Тут я уже сделал какой-то вот круг, чтобы уже хотя бы как-то прилично выглядело. Я тут фонтан не сделал по одной простой причине, что он бы не получился. Потому что тут маленькая территория, и это не получится. Хотя можно как-то... Хотя... Если, например, вот тут поставить, это будет стекать вот сюда. Это тут будет такой круг. И отсюда будет стекать еще вот сюда. И мы будем вот тут проходить.
Хотя, ну тут мало и так вот тут будет место, вот только вот тут нам нужно будет проходить, тут уже будет, я не знаю, потом разберемся. Тут уже такая дорожка, и самое главное, дом. Ребят, я наконец-то достроил крышу. Давайте я подробно это все рассмотрю, но давайте сначала поспим, если уже можно. Да, если уже можно. Знаете, ребята, что я сейчас хочу? Я хочу пойти в пустыню, нахреначить себе кучу песка, чтобы уже сделать окна. Потому что без окон это как-то не очень смотрится, а окна нужны. Но тут кухня, да, то есть ничего не изменилось. Я просто вдруг создал, потому что тут уже не было места. И давайте еще вот это. Вот это сюда. Еще, что там жарить нам? Вот это. Еще там что-то, вот. Фу. Ну вот тут больше ничего такого. Каморка, как я показывал. Тут у нас, смотрите. Тут я немного переделал. Тут у нас уже есть листва, то есть такие небольшой уголок. Тут у нас подъем на второй этаж. Но сначала я тут хочу сауну сделать или баню, да. То есть мы тут такие сидим, такие крутые прям на расслабоне. Тут, о, а знаете что? Знаете что? А вообще, дайте мне минутку. Дайте мне минутку подумать. Потом может это сюда перенести. А это... Опа, а давайте... Вот так. Вот так. Это, допустим, вот сюда. Вот так. Тут у нас будет еще один блок. Давайте сейчас отсюда возьмем. Тут и тут. Еще сейчас. Просто у меня уже блоки кончились. И тут, и вот тут. Такой вход в баню, в сауну, а тут будут стекла. Будет так красиво выглядеть, мне кажется. Вот так мы входим, и тут такие сидим вообще на расслабончике. И тут как раз у нас вот это. Или как оно там было? Ну ладно, короче, потом я разберусь, я уже забыл. Тут у нас, смотрите, подъем на второй этаж. Давайте уже сразу кровать тогда заберем. Вот, тут у нас стекла будут, будем смотреть. Тут большое стекло тоже можно смотреть. Милданг, привет. И тут у нас спальная комната. Вот сюда. И тут еще одна кровать будет. То есть двухспальня такая вообще. Короли будет. Не как короли, как принцесса. Принцесска маленькая, да, двухспальной кровати. Так, ладно. И тут такой спуск. Я не хотел делать какие-то ступеньки, потому что я хотел, знаете, как, я не знаю, как это можно объяснить. Как все в детстве хотели какую-то такую уютненькую комнатку, где никто не смог бы зайти без вашего, твою ж, разрешения. Вот так, уютненькая комната, ничего лишнего. Тут потом картины можно, еще что-то сделать тут. Можете один побыть, и такой уютенький, маленький такой спуск, спустились и все. Тут потом может люк еще сделать. Ой. М. Вот. А я смотрю, где. А ну еще раз. Ага, сейчас, ну фиг его знает. Ладно, вот такой. Там мы будем спать, да. Сейчас давайте сюда, на второй этаж. Тут тоже такое окно большое получилось. Можно смотреть. И тут у нас большой второй этаж. Тут забыл. Вот. Фу, тут тоже окно. Тут у нас, знаете, что будет? Тут у нас, ребята, будет склад. Давным-давно нам уже его нужно было сделать. И давайте же сейчас мы его... чуть-чуть сделаем, то есть сейчас джангливского дерева сделаем как раз нормально. Так, 3, да? 3, 4, 5, 6, 8, ой, 10, хватит еще на 2, еще хватит. Вот так, 13. А вот тут есть что-то? Ну, тут места нету. И давайте-ка мы расставим уже. Где-то наши сундуки. Ну, я не знаю, допустим, если будет вот тут, вот тут. Тут пропуск, вот тут, вот тут. Тут пропуск, вот тут, вот тут. Тут пропуск, вот тут, вот тут. Давайте вот так тогда. Вот тут, тут свободно. Ай. Ща. Вот так. И все, у нас уже готов склад.
Наконец-то, извиняюсь, наконец-то, ребята, у нас есть клан. Потому что я уже запарился с фул инвентарем ходить, это во-первых. А во-вторых, сейчас у нас тут уже будет распределение, что где будет стоять. Нам еще нужно сейчас кучу шерсти смел... Не куча шерсти смел... Я уже сплю, ребята, или что я делаю. Куча кожи смелтанков, чтобы сделать рамочки, да, чтобы показывались, где у нас что. Ну, например, тут блоки, тут ресурсы, там еще что-то. Но это потом. Так, сейчас, что у нас там жарится? Это и давайте еще вот это поставим. Ху. Ну хоть уже какой-никакой, уже хотя бы домик есть. Замечательно. Сейчас, перед тем. Перед тем, ребята, как потопать в нашу пустыню за кучей. Кучей песка. Потому что нужен песок, потому что дом уже, можно сказать, закончен, но песка еще нету. Я никак уже не могу закончить вот этот музей. То есть, видите, тут еще нужно, тут по кругу еще нужно. Ну потому что просто это очень долго строить и не всегда есть время. Так. Тут уже все заполнены, да. В этой серии тоже будут два человека, которые попадут в музей. Я вашу твою забыл. Так, давайте, ладно, это тогда выкинь. Я чизел забыл. Ну, ладно, давайте возьмем. Так. Первый. Кто у нас там идет? Сейчас, давайте. Давайте. Это сюда, это сюда. Потом. Это сейчас. Так, это тогда сюда. А тут еще кто, кого мы словили? И это тогда сюда. Фу, ну что, первый, кого мы словили? Мы словили Зуруа. С предыдущей серии. Зуруа. Зуруа мы словили. Так, дайте я поставлю. Нет, чуть-чуть больше. Сейчас у нас идет. Кто там? Дайте я посмотрю. Наталья Ломакина. Девушка Наталья. Так, сейчас, секунду, дайте я еще раз посмотрю. Да, правильно. Ну, в смысле. Ломакина, да? Правильно, правильно. Спасибо тебе. То есть я заметил, что ты комментируешь. И, в принципе, каждый день практически комментируешь. За что тебе действительно большое спасибо. Также не переставай комментировать. Потому что до сих пор ты комментировала, можно сказать. И поэтому ты попала в музей. Но если ты сейчас перестанешь комментировать, то я извиняюсь, но я тебя выгоню с музея. Потому что ты попала, и это не значит, что нужно останавливаться. Нет, нужно дальше продолжать комментировать. Я на это надеюсь, что ты не перестанешь. Потом, дальше у нас идет Shiny Magikarp, да? Ой, не Magic. Так, ща. Magikarp, вот. Вот ты рыба дохлая. Я не знаю, наверное, никто не хочет быть Magikarp'ом. Может кто-то. Ладно, пока что нет, пока что нет. Давайте Magikarp пока что не будем ставить. Кто там у нас еще есть? Голет, да? Ой, нет. Голет, ты. Да. А хотя не, нормально. Хотя можно боком, наверное, поставить, потому что он такой. Ладно, давайте тогда сделаем его вот так. Замечательно. Как там был? Дайте я вспомню. Хост Хантер. Я извиняюсь, я не знаю твое имя, фамилию, у тебя вот такой ник. Если ты в следующих сериях напишешь, как тебя зовут и как тебя записать в наш музей покемонов, пиши, я переименую Хост Хантер на твое настоящее имя. Потом тут будет следующая эволюция, потом тут тоже Зурак будет. Так, это убираем. Ху! Еще раз спасибо Наталье Ломакина и Ghost Hunter, я не знаю, как тебя называть. Вы попали в музей за то, что вы комментировали видео, за что вам большое спасибо. Вы ставили лайки, комментировали видео. И действительно за это вам большое спасибо. Но также сейчас вы попали в музей и не забывайте дальше продолжать комментировать. Потому что если вы прекратите дальше комментировать, то я выгоню вас из музея в том смысле, что если вы попали, не нужно останавливаться, а нужно дальше продолжать комментировать. То есть, подтверждать, как это можно сказать? Подтверждать свое участие в том, что вы попали в музей. То есть, о, это что такое? Персики, походу. То есть оправдывать свое имя. То есть вы попали в музей не зря. Вы попали из-за того, что вы комментировали. Нужно оправдывать свое имя. Потому что есть люди, знаете, которые тоже следят за другими. То есть уже были случаи, когда кто-то писал тем людям, которые уже попали в музей. То есть я комментирую каждый раз.
А ты пару раз написал и все, попал в музей. Сейчас я даже не вижу, чтобы ты дальше комментировал. И в принципе, уже были такие случаи, но... То, что другие, знаете, тоже придирают. Ну, не придираются, а в принципе правду говорят. То, что ты попал в музей до этого комментировал, а сейчас перестал комментировать. И в этом-то, ребята, как раз и проблема. То, что если вы попали в музей, то не переставайте комментировать. Подтверждайте свое имя, то есть свою репутацию в том, что вы попали в музей. Вы попали? Отлично. Комментируйте дальше, чтобы другие игроки тоже видели, что вы попали в музей не просто так, а за то, что комментировали. Все, что мне нужно в данный момент, это 2 стака песка, чтобы, знаете, чтобы хватило, чтобы потом не возвращаться. В принципе, у нас уже почти 2 стака. Долго я тут, ребята, сидеть не буду. Мы уже сейчас выходим отсюда. Так, ща. Еще вот тут чуть-чуть. И все, мы топаем домой. Фух. Потому что хочу я уже сделать себе окна. Давно пора, если честно. Опа. Так, ладно, потопали. Туда. Полетели. Сейчас давайте идем сразу же поспим. Чтобы ночью не ходить. Потому что ничего не видно. Ну, домик реально такой красивый смотрится. О, Стантлер там. Красивый смотрится. Я его закончил. А знаете, он прям так... Давайте еще облетим его быстренько. Он прям офигенно смотрится в сочетании с этими деревьями. То есть, знаете, вот сад яблок. Сад вишен. Потом, я не знаю, ну, что это? Персик, допустим, ну, персик вряд ли, ну, хотя, допустим, это дом, шерсть, камень, темное дерево, светлое дерево там спереди, обычное дерево, то есть не дерево, а доски. Обычное дерево. Отлично имею такое сочетание, дом, в принципе, красивый так вышел. И посмотрите просто вот так. Не сочетается ли он так красиво вот с этими яблоками, с деревьями? Мне кажется, что действительно сочетается. И как раз вот этот дом сочетается классно с садами фруктов, то есть садами деревьев. Мне кажется, как раз так прикольно. Так, давайте быстренько поспим. Даже быстро забираться с помощью наших крыльев. Да чё ты... Нужно еще осветить, потом тут все будет, а то у нас в доме так темно, что... Ну просто я строил, я еще не успел осветить, вот это все сделать. Фу, спуск... Да чё ты... Я не знаю, иногда какие-то рывки... Во, рывки... Да... Твою ж... Так, ладно. Это забираем, ставим вот это. Я хочу сделать себе... Нет. Какой цвет стекол нам классно подойдет? Потому что я не хочу обычные белые, я хочу какие-то специфические. Поэтому я даже, ребят, не знаю. Нам, наверное, может тентакруэля типа убивать, с них выпадает вот это чернила. Только у нас, если честно, мы еще даже океан не нашли. Хотя вот тут что-то есть на таком примере. Давайте сюда топнемся. 1200, ТП 1190, 75, 200. Главное не заглючь, пожалуйста. Ну хотя это вроде... Да, это не океан. Ну хотя может тут даже тентакруэли будут. Вряд ли. Не. Нету. Гулдины вот эти все есть. Тентакруэля нету. Это он только походу в океане спавнится. А океан, если честно, мы еще не нашли. О, тут эти деревья, потом туда нужно будет забрать, может, еще чуть-чуть. Ну, я не знаю, ребята, честное слово, я даже не представляю, нам нужны тентакруэли, чтобы покрасить себе стекла, потому что я хочу черные стекла. А может... Ой, это что? Это мы случайно тпкнулись. А может, старым дедовским способом рандомные телепорты куда-то сейчас посередине океана... Тут нет! Твою мать. Закон подлости нафиг. 2 раза тпкнулись и 2 раза попали. Вот. И 2 раза попали в стену. Ну вот видите, именно нужно было туда тпкнуться, где вот такая большая стена. Ну какая нафиг стена? Где такая большая гора? Вроде я все собрал. Так, ща. Это сюда. Это сюда, это сюда. Хавчик. Хавчик есть. Вроде все собрал.
Вот я не знаю, где у нас рюкзак. Может, рюкзак у нас дома? Дайте еще ты. Просто я боюсь, что сейчас мы придем. Ой. Что рюкзак где-то там. Просто я не помню. Вроде он дома. Вроде. Опа. Это там наверху заспавнилось, на крыше музея. Офигеть. Я надеюсь, что да, он дома, поэтому... У нас есть фосил, ребята. Потом мы сделаем себе фосил. ТП. Ой. Вот сюда. Ух ты. Мне уже показалось, что это Кёгр. Потому что, знаете, сдалека как-то так выглядит. Подозрительно. Но зато мы нашли океан. Так, Лапрос. Я, если честно, ну, Лапроса мы вряд ли словим, потому что левел болт тут не пригодится. Лапрос какой? 42 уровень. А у нас... Хотя... Он бы пригодился, если бы у нас в данный момент был Свамперт. Опа, это что такое? Нифига себе. О, мы даже тут взлетать можем. Взлетать в воде, это просто охрененно. И как раз вот ты нам и нужен, Тентакул. Вряд ли мы тебя убьем, Кембо. О, Пикачу. О, давайте эволюционируем Пикачу. Ребята, мы Пикачу эволюционируем, давайте в следующей серии. А, нет, нельзя взлетать в воде. Хреново. Если бы можно было взлетать в воде, это бы настолько охрененно было бы, если честно. Нет. Ну, я себе сделал левелболы и засунул Свамперта в компьютер. Зачем тогда левелболы, согласитесь, если у нас Свамперт в компьютере? То есть он какой там 50 уровень, да? Он 50 уровень. А, левел, чтобы использовать левел болл, там должен, чтобы твой покемон был каким-то большим уровнем, да, чтобы другой покемон словился. Эх, а я сделал левел... Опа. А как это делается? Сейчас мы умрем, наверное. Давайте лучше вылезем куда-то. Просто я хочу посмотреть, как это делается. 100%. Чтоб... Ну, краситель же вроде с этого чернила делается. Так. Хрень какая-то. А глаз как тогда делается? А, ну понятно. Black. Ага. А другой глаз вот этот, грей. Ага, это с глины делается. А может тогда тупо глину, чтобы не париться долго. Давайте тогда... Домой. Сейчас, ребят, мы уже, наверное, сейчас заканчивать будем, но... Давайте тогда ты пыхнемся куда-то большой водоем, допустим... Ну, хрен его знает. Допустим, вот сюда, да? Минус 400, 700, минус... Ой, минус 4... Так, ТП, минус 400, 75, 700. Чтобы опять сейчас не заспавниться где-то в горе. Так, ну давайте тогда быстренько сюда. Какие еще деревья есть, которых у нас нету? Это вроде груши, как я понял. Он у нас уже есть, я собрал. Давайте тогда выключим немного. Ох, без шейдеров вообще как-то так непривычно, знаете. Вот. Клей. А нам что нужно? Грейду. А где это берется? Нахрен его знает. Я вообще вот это ищу. Дайте-ка я, ребята, проверю, чтобы не париться. И чтобы потом не возвращаться. Нет, ребята, это не вот это. Не работает. Я не знаю, где, если честно, вот это... Ой, где-то вообще брать? Грейду. Ну, это может что-то другое, ну ладно, не суть. А лайт? Лайт грейду. Ну, ладно, короче, тогда делаем... сейчас. Тогда делаем таким образом. 1, 2, 3, 4... 3, 4, да? 32. И вот этого нам должно хватить. Так. Фу. Сделаем по-умному, да, чтобы не тратиться. Так. Шейдеры. И давайте поставим. Стеклышки, стеклышки. Вы нам как раз и нужны, если честно. Опа. Опа.
Это тут уже есть с этой стороны. Сейчас с этой, с этой, с этой. Я надеюсь, нам, если честно, хватит. Оп, ой, 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 давайте сюда взлетим. Так. Так, 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 так. И в воздухе, в воздухе. Вот так, зашибись. Уже красиво смотрится, если честно. Так, тут. Тут. А, нет, я профукал одно стеклышко, нет. Ай, ай, в воздухе, в воздухе, в воздухе. Ай. Так, сейчас. Я надеюсь, хватит все же. Да, в принципе, да, хватит. Как раз. Как раз, ребята. Еще на втором этаже там нужно. Вот тут. Точно, еще вот тут. Опа. Опа. А тут по-другому нужно. Тут эти не пойдут, тут нужно целые. Да твою ж мать. Хотя вот эти темные, если честно, они хреновенько смотрятся. То есть очень темно. Я не хочу, чтобы так темно было. Я хочу видеть все красоты мира. Это что за хренча была? Не, ребят, это глупо. Не глупо, а не очень. Я думал, что... Хотя, в принципе, да, я же темные делаю, что я хочу. Тут как ночь, видите, смотрится. Хотя там ночь или что? Ну да, там ночь, но не так, как тут. То тогда всегда... Во. Профукал я стеклышко. Ну ладно, я потом это сделаю без Siri, чтобы сейчас вас тоже не парить. Ребята, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забываем комментировать, активно комментировать, чтобы попасть в наш музей подписчиков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.